Из-за подъема уровня заболеваемости острыми респираторными заболеваниями руководство МСЧ-135 приняло решение о разделении потока пациентов, которые обращаются в поликлинику для взрослых. Те пациенты, у которых имеется высокая температура, либо признаки острого респираторной вирусной инфекции, они должны обратиться к врачам на прием в здание инфекционного корпуса стационара на второй этаж. Там ведут врачи-терапевты прием с 8 утра до 8 вечера. А пациенты с хроническими неинфекционными соматическими заболеваниями, пациенты, проходящие медицинский осмотр, диспансеризацию или оформляющие документы на санаторно-курортное лечение, они обращаются к врачам-терапевтам, к врачам-специалистам, непосредственно находящимся в здании поликлиники для взрослых. Кроме того, разделены потоки пациентов, которые обращаются по вопросу диспансеризации, оформления документов на санаторно-курортное лечение и доврачебной помощи. Теперь это кабинет 106. Прохождение платного медосмотра, справки на оружие, на вождение, кабинет 141. К вопросу о тестировании на новую коронавирусную инфекцию. Значит, в том же здании инфекционного корпуса стационара на первом этаже организован кабинет по забору тестов. Кто же туда может обратиться? Туда обращаются здоровые граждане, которые направляются на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение, значит, с направлением от врача, и талончик можно взять в регистратуре поликлиники для взрослых. То есть пациент идет строго по тому времени и в тот день, который указан на талоне. Те, кто недавно прибыл из-за границы или контактировал с больным коронавирусом или имеет признаки заражения, а также люди старше 65 лет с признаками ОРВИ, сдают тесты на дому. Для этого нужно обратиться в регистратуру МСЧ-135.